Одесситов сегодня также шокировала стрельба. Около 2 часов дня раздалась целая серия выстрелов. Час спустя полиция пояснила, что проводили задержание. Ловили банду так называемых барсеточников. Подозреваемые оказали сопротивление, они пытались скрыться, поэтому пришлось применить оружие. Стреляли резиновыми пулями. Один из подозреваемых получил легкое ранение. В результате операции задержали 2 и еще одного сейчас продолжают разыскивать.